macov.net. Максимальные скидки подписчикам appleinsider.ru. Всем привет, добро пожаловать на appleinsider.ru. Сегодня мы с вами посмотрим на игру, которая является продолжением Flappy Bird, набившую уже оскомину. Называется она Spikes. Итак, запускаем игру. Она невероятно проста и создана для того, чтобы убить время в метро или в автобусе, или где-то в очередях. Все очень просто, вы тапаете так же, как это делали во Flappy Bird, и птичка отталкивается от стенок. Тут важно не попасть в эти треугольнички, которые являются препятствием для птички. И с каждым разом количество треугольничков увеличивается, и чуть позже еще начнет увеличиваться и скорость птички. Мой рекорд не такой большой, думаю, что вы наверняка сможете его легко и непринужденно побить. Вот видно, что я максимально набирал 23 очка. Могу сказать, что игра невероятно затягивает, и странно, что мы еще не слышали новостей о том, что очередной китайский парень совершил самоубийство, играя в эту игру, и вообще надо запретить все подобные игры. Игра сделана очень и очень приятно. Внизу нас встречает маленький баннер от Google. Ну, за счет этого зато игра бесплатна. Также иногда вылезает большой баннер, но это происходит в меню игры, и игре абсолютно никак не мешает. Как семечки. Вот тот баннер, о котором я говорил. Игра как семечки. В нем можно играть бесконечно. Сегодня ехал в метро, и все 50 минут, что я ехал, я вот в нее играл, правда, на другом телефоне, и рекорд мой, к сожалению, не сохранился. А на этом у нас все. Ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на appleinsider.ru. Пока!